И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Маркул, ненормальный, продюсер by Шумна и Кэдди Битс. Впервые вижу второго чела, только что смотрел, но что-то ничего знакомого тут я не вижу. Подожди, что это, прошу прощения? Это какой-то, скорее всего, зарубежный, да, продюсер? Подожди, это что вообще такое, нахуй? А, забанят же, нет, не надо, фу. Слава богу, вовремя одумался. Так, короче. Что это такое, не совсем понимаю. В плане продуктивнее стал Маркул в последнее время, да, то есть из-за ожиданий и ненормальный трек, и факты. До этого только мятный выпустил, вот тут за осень только два трека. Ну, грубо говоря, за осень, да, тут как бы декабрь не считается. Вот. Скорее всего, ну, по обложке, как будто какой-то такой предновогодний трек, знаете, как будто какая-то новогодняя сказка. Вот есть ощущение, что-то такое, вот как будто реально какая-то новогодняя сказка. Сейчас я прочитаю аннотацию, пойму, что это такое, но Маркул стал действительно гораздо продуктивнее. Вот зал ожидания не зашел, факты хорошие, трючок был, конечно, да. Итак. Марк случайно наткнулся на Кэдди, один из тех, кто работает над этой песней. Послушав другие его работы в онлайне, Кэдди же получил огромное впечатление от совместной работы с Марком, аккаунта которого он уже очень давно фолловит. Говоря о самой песне, слушатели дают сделать выбор. Сюжет песни может строить вокруг того, что героиня песни девушка-оборотень, или же просто девушка, которая любит мужское внимание. В одном из фрагментов видео про осеннее тур Марка он называет ее намного проще – шлюха. Грустная, развратная история об отношениях с богатой девушкой. Трек без души, естественно. Есть клип, мы его обязательно глянем. Неформальный чел пишет. В общем, да, почему так поздно выпускаем реакцию? Потому что, конечно же, набрал трек 6%, и чтобы он набирал больше, ну, чтобы, точнее, треки Маркула набирали больше, только вы можете на это повлиять, ссылочка на телеграм в описании. Голосуйте за треки, которые вам нужны, и они будут быстрее выходить. Да, оно так и работает. Ну и на Twitch тоже сабнитесь. Нас тут ребята наблюдают, и они видят реакции быстрее, чем вы это делаете. Вот так вот. Все, на Boosty тоже можешь, сам там зарубежные релизы. Вот, в общем, Let's Go, интересно, никогда особо не импонировало творчество Маркула, но песенки прикольные бывают, да, те же факты, тот же мятный, да, те же стрелы. В общем, посмотрим, что это такое. Let's Go, начинаем. Трек RZT вроде 90 набрал, если не ошибаюсь, да? Искусственные джунгли, площади без людей. Я вижу только луну, и только тебя на ней. Я буду на поводу, пиздец, как на проводах. По глупости пропаду, могу спастись, но никак. Ведь твои поцелуи укус, следы этих не остаются. Поэтому это искусство, и все эти жертвы убит со вкус. Твои поцелуи укус, глаза наливаются густо. Они искали лекарства, я лишь хотел испытать это чувство. Я просто ненормальный. Лечу к тебе и знаю, все в конце тоннеля дальний. Ненормальный, вот, для всех я ненормальный. Я вру себе этот забег финальный. От заката до рассвета я бежал за твоим силуэтом. Задыхаясь незаметно, без тебя и с тобой не меняется бой. От заката. Знаешь, ведь у меня тоже есть пара историй за пазухой. Даже не стоит рассказывать. Ты не поверила в это сейчас, но мы не такие уж разные. Наши проблемы не гласные. Шрамы не лечатся пластырем. Но ты пытаешь меня безотказно, сколько бы я ни пытался. Снова подо мной только путь, на пути огонь. Мне уже никак не свернуть, не уйти. Я просто ненормальный. Лечу к тебе и знаю, все в конце тоннеля дальний. Ненормальный, для всех я ненормальный. Я вру себе. Бля, ну в целом красиво, интересно сделано. Первый куплет только мне не очень, остальное good. Довольно вайбовая история, интересно, то есть. Это не, это хороший трек, но не на 90 баллов. Да, согласен.
целом, как будто флом Маркулу часто завышает. Те же факты, тоже не 90. Вот просто смотрите, Маркул, РЗД. Сколько там 90-х треков? Раз, два, три, четыре. 4 90-х. Ну, что могу сказать? При этом еще вот есть трек, база здесь какая? Баса на 90. Так. Ну вот, пожалуйста, типа. Есть как будто ощущение, что действительно завышение есть, так сказать. Ну ладно. Не наше это дело. А, бля, good track. Так Маркул самый коммерческий рэпер. И чё? В целом я согласен. Я согласен с тобой, да. Но только это не влияет на то, что флом как будто действительно завышает немножечко. Ну типа это не 90, точно. Как минимум здесь я не согласен, что структура 90. Ой, 10. Ну вы поняли. И то, что харизма прям 10. Не согласен, как будто. Как будто там по девяткам. Ну, типа, вот с девятками я там согласен, но не с десятками всеми точно. Это не 90. 90 должен быть прям пиздец. Вот мятный 90, хорошо, я согласен. Это как бы вопросы есть к этому. Ну окей, трек good. Сейчас мы посмотрим клип. Короче, прям трек напрашивает. Трек просит клипа. Вот точно. Это 100%, поэтому мы сейчас его посмотрим. Есть бэкстейдж, но нам на него срать, конечно же. Давайте посмотрим. Клип должен... Ох, нихуя себе. Клип должен быть интересный. Я говорю, вот прям трек для клипа, ебать. Опа, нихуя себе. А у тебя харизма 10. Но у меня... Я не буду о себе говорить как-то, не знаю, говорить как-то. Искусственные джунгли, площади без людей. Я вижу только луну, и только тебя на ней. Я буду на поводу, плестись как на проводах. По глупости попаду, могу спастись, но никак. Ведь твои поцелуи укус, следы этих не остаются. Поэтому это искусство, и все эти жертвы убит со вкус. Твои поцелуи укус, глаза наливаются густо. Не искали лекарства, я лишь хотел испытать это чувство. Вайп пока что ёбнутый, вообще пиздец. Я просто ненормальный. Лечу к тебе и знаю, все в конце тоннеля дальний. Ненормальный, для всех я ненормальный. Я вру себе этот забег финальный. От заката до рассвета. Я бежал за твоим силуэтом. Задыхаясь незаметно без тебя. Знаешь, ведь у меня Руба. Тоже есть пара историй за пазухой. Даже не стоит рассказывать. Ты не поверила в это сейчас, но мы не такие уж разные. Наши проблемы не гласные. Шрамы не лечатся пластырем. Но ты пытаешь меня безотказно, сколько бы я ни пытался. Снова подо мной. Бля, какой-то фильм какой-то американский. Пути огонь, мне уже никак не свернуть, не уйти. Я просто ненормальный. Лечу к тебе и знаю, все в конце тоннеля дальний. Ненормальный, для всех я ненормальный. Я вру себе этот забег финальный. От заката до рассвета. Я бежал за твоим силуэтом. Задыхаясь незаметно. Клипом лучше вас не надо стать, 100%. Я говорю, трек изначально, я сказал, нуждается в клипе. Очень круто, что он тут есть. Типа инстинкты оборотня, да, взяли свое, типа.
Ну, типа, мне напомнило, там, с Гулем было такое, там, в Караде было похоже. Ну, типа, поняли, да, когда вот эти монстры, которые не становятся, они вроде и любят, типа, человека, но они в момент не могут себя контролировать, там, при голоде, знаете, вот, типа, это такая же, типа, тема. Это Кай? Кай и Майс, да, это, да-да-да-да-да, это Вайпер. Йоу, эй. Не был на студии полгода, если честно, мне плевать, я не ремесленник. Запомнил всех известных лишь, чтобы оказаться вместо них. Из детства слышу эту фразу, блядь, пиздец ты тип. Пусть улицы не любят никого, но мне везде фартит. У него альбом готовится или чё? Я учился на ошибках, не с теми стал играть. Мог очутиться на кейт. Я помню, как я поджег, и помню, как спалился. Я помню каждый должок, но не вспомню даже место, где родился. Я, кстати, не слушал Sons of Human. 2024. Да, 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 понял. Let's go. Жесткий, жесткий анонс. Ну да, тоже самое время сейчас Джей Ремувер послушать. Блядь, ну клип прям вообще разъеб. Очень хороший клип. И раскрывает трек максимально. Это, блядь, ну с клипом гораздо лучше воспринимается. Трек и без клипа был охуенный, но сейчас прям вообще круто, очень. Да. Ну, бля, этому треку прям очень нужен был клип, серьезно. Я это сразу понял, как вот только послушал, я вам сказал. Без клипа вообще другое. Ну, кайф, кайф. Вообще, спасибо большое, что эта работа существует. Вот эта работа Маркула мне понравилась, да. Хотя, ну, мне далеко не каждая его работа заходит, конечно. Хотя, мятный, факты ненормальные. Но только, по сути, из последних четырех треков «Зал ожидания» не зашел, да. Тут парт у него был такой странный. На 1000 ред круто он сделал. Он больше его нигде вроде не было здесь. Добавил один трек в 2017 и один трек в 2023. А что за трек в 2017, если... Че у него... Ебать. Я говорю, я что не шарю за Маркула. Ну, вы имеете в виду. Great Depression 2, типа, вот это. Будет. Че за трек в 2017, можешь сказать? Просто интересно. Фатаморгана? А. Я слышал этот трек. Блять, почему это они... А. Не понял прикола сейчас. А если Марку? Не. Бля, ебаный ВК. Вот вопрос один. Маркул и Оксимирон на страницу Оксимирона. В любом случае. Пиздец, конечно. Ладно, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Как вам клип, обязательно напишите. Клип охуенный, как по мне. Но жду ваше мнение, конечно же, да. Не забывайте про... Twitch, Telegram, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.